No się sobie. No nie chciał. Zbiwałka. Вот ты меня там скинешь тут? Прям на метку, я вот буду сейчас упрыгивать. Вот вот. Я пришел. Иди. Парашют у меня есть, поняли? Он ушел. Я ушел, я живой. Правда, не плыть надо будет километр. Я в воду. Мы садимся? Да. А, мы по мысу пойдем, да? Ага. Да, да, мы тебя слышим. ГПшек. И труба. Может, я переплыву пока? Да, мы тоже. А дальномер есть какой-нибудь там или что? Нет. Хлоп, у меня не шифта вылезла. А у меня 250 метров максимум. А, у меня не работает он. Ну и ладно. Где она? На холме, да? Паша. Че? Справа от него белый бегает тело. Я видел, да? Какие-то стрекозы вокруг меня, блин, летают. А где звук-то? Плохо слышно. Один прямо в базе находится, в периметре бегает, а я укрытие. Кто там сзади меня идет? Да, по воде иди. Если что, буду нырнем. Поставим меточку один, прямо на базе, в периметре за укрытие. Вижу двоих на вышке. Антенна, где красный с этими. Со спутником и трюком. Там их двое, по крайней мере, точно. И машинка вижу. Вижу, машинка ДШК стоит. Да тут на твоей стороне. Понял? Да. Сейчас даже метку дам.
живой? Да. Че, у нас потери есть? Ну, наверное, нет. Ты там занимаешься дату с этим оффроудом? Ну нет, там проверил оффроуда, был еще снайпер. Угу, метр хорошо. Я дал там метр. Я еще не флаг забрал. Там скоро доплывешь? Ой, на юге там противник, да. На южный берег. Я тебя смазлю случайно. Рискал, он спасателен. Один в поле бежит. Буду за укрытием. А это Хаттаб, ты за мной идешь? Не. Забежал за мешки. Большой. Ногам. Так, подходим к бункеру самому ближайшему. Здесь есть кто-то, да? Паша, почему в армии нету акул? Один человек должен быть везде. РПГ. В вашу сторону. Все, сейчас хана. Еще летит. Ну, Хаттаб, надо как-то укрыться за этим, за бункером от холма того. Все. Ты уйти можешь? Мне попало на бронепуст. А сейчас еще. Я даже не вижу, откуда бьет. Прицел сниму. Блин, некуда положить. Так, ну чё, КПшать будем или гранатку кинем? Чё-чё? Бля, Хаттабу. А ты тут живой? Ну а ты как думаешь, я бронику снял? Хочешь поубирать кое-кто? Манная волна, короче. Это дебил, он в тимстике сидит, с улом базарит. Да. Гранатку шо свернулась, ага. Паня обманул. Ну, там есть. Ну, ваш больше с нами типа, сейчас не будет, и все, а сейчас сидит с Улом, общается. С нами не будет, а с Улом будет. С нами не будет, с ним все никто не позарит. Хана мне. А бьют с базы, что ли? Дудус? Я живой. Пока я еще. Я на берег доплыву. Гляну, откуда стреляют. Захожу в бункер. Ну, никого нет. Нету? Да, да. Живой, не тяжелый. Че снайпер начал? Да, что-то я здесь никого не вижу. А с горы откуда-то бьет, да? С горы, из-под вышки на юге, которая. Они прямо я слышу, но не вижу. А, вижу там мерками. Далеко не добью. Хотя могу, в принципе, навесом погпшить. Паша, у меня перс забагался. Че у тебя? Посмотри на север, откуда вышли. Ты вот это видишь? А, ну а, вот, отлично. Это... Так в плане я идти не могу, он плывет, короче, вперед. Что за бред? А, фиксбайт, сделай хит. А, ты думаешь, что где-то что-то такое есть? Ну что, фиксбага нет, что ли, через скейт? Кидаю КПшку. Далеки, да, далеки. Под вышки, под вышки.
Они, по-моему, по тебе били, да? Да, да, да. Там их двое сидит, там две ружья сидят. Да, одна рожа там сидит, палец отсюда. На велосипеде один к радиошке едет. А, у меня запасной парашют все это время был, я подумаю, что у меня так плохо плавает. На машинку с пулеметом сели. А мы отсюда выйти что, не можем, что ли, пошли? Ну, видимо, нет, только вон через воду. Да тут жив? Ник живой. Я смог, кинул пока. Да, зря. Я просто не пойму, где разрывы. А, где-то плохо. Так, я буду обратно. Не держался, не долет. Тут метров 600-700 получилось. Да. Там бежит какой-то масленок по камням, поработайте по нему. Меня ранило каким-то образом. Нет. Через дырочку просрали меня. От вас снайпер на юге, да. Там враг. Нет, там враг сидит в этом блиндаже. Понял. Я ранен. Потап, это у тебя там. У блиндаже, я ранен, откатывайся. В блиндаже одного ранил, он сидит там по вам, стреляет. На горе который? Нет, внизу, внизу. А, внизу следующий бункер, что ли? Да, да. По мне, я очень ранен, если сдохну, походу. Они меня оттуда спалили, короче, с горы и все. Я очень ранен. Хотя бы бэкбаст. Ник на связи. Никого не вижу. Перелет. 300 метров. Сейчас только откачусь. Откуда он бьет? Не знаю. Это по мне. Это этот бил как его, по ТРДшнику. Он в меня попал или снайпер, но я не понял, кто с юга. Один, блин, даже спрятался. Да, здесь вот этот ранен, я по нему попал как раз, и вот он там сидит. Так, радиовышка, короче, чистая, я занял позицию. Тут все трупы. Принял. Блиндаж поставил метку новую один. А эти на машинке там ЗШК убиты, нет? Да, все мертвы. По-моему, не? Все мертвы, два трупа здесь. А, хорошо, значит, чисто. Это я Кейр с пулемета был. А, отлично. Значит, пройти сможем. Так, наши по берегу двигаются, да? Да. Сейчас, Паш, я этому челику, блин, даже сюрприз уступлю. А он там лазит. Тут... И я его убил. Точно? Да, убийство подтверждено. Это ему так, вдогонку. А пацан, слева у тебя там бункер, он чист, да? А вот сейчас пойду и узнаю это дело, если не буду отвечать, значит нет. Вот в этом бункере, кстати, вот этом блиндаже, в котором сейчас РПГ шмальнул.
еще живой. Ой, бьют. Он мне опять с горы опять бьют. С горы точно? Да, 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 вон вижу эту рожу, короче. Она возле машинок справа, возле машины справа там камни, и между двумя этими камнями сидит снайпер. Сейчас замет. Это свой? Здесь метку на радио дал. Свой. Не, он радио. Ранен. На вот тебе стоит твои ваши позиции, как ты в прошлый раз подосил. Я ранен. Так, двигаюсь в ту сторону, как раз наверное, конечно, проверим. Давай. Хотя пойди с это направление, там обстрел идет. Ко мне лучше. Он как-то очень быстро лупит, большой скоростью, да, по ТРД. Нормальный снайпер какой-то там. У него скилл, он скачал скилл на перезарядку, Паша.